доволен отношением, самоотдачей нашего коллектива. Как бы игра показала, что у нас есть в команде лидеры, готовые в трудный момент повести за собой. Но по самой игре было у нас пару моментов. Ну, не забили. Надеюсь, забьем в следующих играх и выиграем. Поэтому очко на выезде, ну, наверное, не самый плохой результат. Вот такой комментарий, собственно. Спасибо. Вопрос Алексей Александрович. Вот второй тур после перерыва связан со сборной, вы заканчиваете ничью 0-0. Как, насколько перерыв сказался на атакующей составляющей вашей команды? Ну, дело в том, что нас покинул стилеобразующий игрок Комаровский. На тройке Комаровский, Матвеенко, Близнюк — это была основная наша ударная сила атакующая. Ну, один игрок из этой тройки выпал. Естественно, ищем пути усиления и, как бы это правильно сказать, достаем ребят из резерва, пробуем в этой позиции. Ну, пока я бы не сказал, что мы уж совсем без зуба играем в атаке. Просто, как бы, моменты создаем в каждой игре, но пока мяч не идет в ворота.